снег. Да, снег. Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube. Мы находимся на белоснежном снежном облаке в небесах Minecraft 1.12 Java Edition. Присаживайтесь поудобнее, вас ожидает летсплей о том, как построить ферму снега и добыть горы снега в считанные секунды. Сам поиграю в режиме выживания и вас развлеку. Итак, 2 миллиарда долларов, 4 года разработки, и летом 2017 года выходит обновление «Разноцветный мир». Из красочного постера нас интересует лишь маленькая деталь. Вот эта зеленая книжечка. Это книга рецептов. Господи, игра создается с 2009 года. В игре все завязано на рецепты. И спустя 8 лет разработки они смогли добавить книгу рецептов. Вот теперь можно сказать, Minecraft вышел в релиз. И вот эта книга рецептов и является волшебным ключиком, позволяющим производить горы снега и комфортно работать со снегом. Вернемся в мир и посмотрим вокруг. Сейчас я подкрадусь к краю облака. О, подкрадываюсь. Мой герой забрался на высоту 128 блоков над океаном, чтобы построить здесь ферму опыта. Но на постройку фермы опыта нужно 2-3 больших сундука твердых блоков. Добывать их внизу долго и поднимать потом наверх тоже долго. Поэтому срочно нужно строить ферму снега здесь, в небесах. Я на высоте в режиме выживания, мне страшновато перемещаться. Страх сковывает движение. Так как мы уже налюбовались на прекрасное белоснежное облако, построю вокруг забор. Оставайтесь на канале и увидите, как построить ферму снега. Ну вот, забор построен, обретен комфорт и уверенность в движениях. Так, возводим основание фермы снега. Берем булыжник и ставим квадрат 3 на 3 блока. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Основание готово. Добавим забор и калитку. Хорошо, раз есть калитка, добавим нажимную панель и ступеньки. Расширим основание, естественно. Ну вот, удобно бегать. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Теперь крыша. Крыша нужна на высоте 3 плюс блока.
Так, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Крышу из полуволоков. Так, готово. Поселим снеговика на ферме снега, чтобы в небесах нам было веселее. Снег, снег. Тыква. О, снеговик готов. Кстати, достоинство снеговика — он молчит, поэтому рядом с ним можно комфортно и долго находиться. Куда будем девать горы добытого снега? В сундуки. Ставим сундуки. Про свет не забываем, чтобы облако было нашим и у монстра его не заселили. Так, я там сдвинул факел. Ну, я сюда поставлю. Так. Хорошо. И надо подписать, наверное, сундуки. И их мало, надо еще добавить. Такой доски закончились. Так. Перевор. Ну, ничего страшного. Так. Давайте зайдем как-нибудь удобно. Наверное, здесь. Так. Теперь мы в океане, чтобы наши сундуки не разнесло случайно грозой. В океане частые грозы. Расширим крышу и прикроем сундуки крышей. Крыша из полублоков в нижнем расположении, поэтому монстры на ней спауниться не будут. Закрываем. В рост наращиваю. Закрыли. Даже с лихвой. И здесь повторяем. Ой-ой-ой. Ну, хорошо. И, не наверное, а даже точно. Переставим стол крафта в удобное положение, он нам пригодится еще не раз. Справа он у нас станет. Так, и даже на него поставлю факел. Видите, ходим рядом со снеговиком, а он молчит. Осталось подписать наши сундуки. Для этого нам необходимы таблички в количестве 5 штук. Ну, сделаем 6.
Так, ищем таблички. Раз, два. Зажимаем левый shift, правая кнопка мыши. Здесь у нас будет общий, напишем. Здесь напишем лопаты. Лопаты инструмент. А это будут у нас сундуки для снега. И напишем. Ну вот, так. Так неудобно переделывать таблички. Дело в том, что вы выходите из мира и забываете, где у вас что лежит. И забываете. Поэтому вот так вот сюда переделаем. Хорошо. Давайте отойдем и посмотрим, что же у нас получилось в результате. В Майнкрафте для того, чтобы что-то увидеть, необходимо чуть-чуть подняться выше. Сейчас встанем на хороший обзор. Оп. Ну, вот так вот. Квадрат 3 на 3, снеговик, калиточка, нажимная панель, ступеньки, чтобы было удобно бегать туда-сюда. Свет обязательно поставлен. На всякий случай количество факелов установлено избыточное, чтобы не ошибиться. И чтобы здесь не появились монстры, они нам тут не нужны. Здесь мы хотим много работать и добывать снег. И молчаливый снеговик, который, видите, он не гыкает, не хукает. И работать нам мешать не будет своим надоедливым каким-то кряканьем. Он будет спокойно стоять и даровать нам горы снега. Ну вот, ферма готова. Оставайтесь на канале, вы узнаете инструкцию оператора фермы снега. Перво-наперво освобождаем весь свой инвентарь. Спускаюсь с дерева и идем вот к тому, который сундучку называли общий. И все выбрасываем. Дерево раскладываю аккуратно, чтобы потом не искать стулит. Так, березовые плиты, булыжник, булыжник вниз, карты, щиты. Играю в Майнкрафт постоянно, вот, особенно на начальном этапе, обрастаешь очень нужными предметами, которые никак не можешь вынуть и с которыми никак не можешь расстаться. Они все очень нужны. Вот и лопаты, и кирки, и вот заборы, и полублоки, и все это очень-очень нужно. Вот ступеньки даже, снежок. Ну, снежок нам уже не нужен. Так, дерево, лестницы, факелы, еду даже уберем, лодку. Мы в океане, без лодки тут никак. Табличку. Лопаты. Так, на лопаты нам нужны будут доски и палки. Даже булыжник, доски и палки. Создаем доски. Из досок создаем палки. 64, 64, еще палок создаем. Не жалко. Теперь вкладываем, это не то, вот у нас написано лопаты инструмента. Вкладываем булыжник лишний. Так, 64, 64. Так вот, вот так вот. Так вот. Мы готовы копать. Нам нужно много лопат, в общем. Производим лопаты вот так. Оп, левый shift, лопаты, и говорим, давай нам лопаты. Производим 32 лопаты и сбрасываем лопаты, оставляем только 10 штук. Я зажал левый shift и кликаю левой кнопкой мыши по лопате, они улетают в сундук. Хорошо, итак, у нас в руках 10 лопат.
Лопаты именно каменные. Не нужно ни железных, ни золотых, ни алмазных. Деревянные лопаты не потянут мегапроизводство снега, а вот каменные просто великолепны. Заходим на ферму снега и прижимаем своей широкоплечей натруженной спиной снеговика к забору, чтобы он не лез под лопату. Первая лопата в действии, зажимаем ЛКМ, то есть левую кнопку мыши, и держим ее. Окей, лопата закончилась за 17 секунд. Создаем блоки снега. Открываем инвентарь. Вот сюда вот галочку ставим, чтобы была зеленая. Так удобнее. И удерживая клавишу Shift, нажимаем левой кнопкой мыши сначала слева, а потом справа. Раздаются звуки, похожие на хлопанье в ладоши. Хлопаем в ладоши. Первая партия снега готова. Раскладываем в инвентаре на 10 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Перекладываем лопату. Закрываем инвентарь. Прицеливаемся. Теперь хитрость. Кладем груз на левую кнопку мыши лопаты. Ой, господи. Кладем груз на левую кнопку мыши. И у нас начинает копать лопата. А лопаты мы будем переключать с цифрами, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Груз положен, копка пошла. Я не буду проматывать, чтобы вы могли оценить добычу снега в реальном времени. Плюс идет небольшая задержка, так как компьютер тратит ресурсы на захват видео. Внимание! Если захотите поставить игру на паузу, не забудьте снять груз с левой кнопкой мыши. Иначе ваша мышь начнет кликать по меню, перестраивая вам Майнкрафт как ей угодно. Еще раз, если захотите поставить игру на паузу, не забудьте снять груз с левой кнопкой мыши. Копаем, переключаем. Когда вы будете делать это в своем мире, все будет намного шустрее и веселее. Сейчас идет действительно, я просто вижу, что идет задержечка. Задержечка на оцифровку. Цифра 3 пошла. Не волнуйтесь, это недолго, буквально 2 минутки, даже меньше. 2 минутки, лопаты 17 секунд. Соответственно, 1 минута, 3 лопаты. Вот, ну 2 минутки еще осталось посидеть. Ну, наверное, это можно будет перемотать на ютубе. Но опять-таки, для того, чтобы вот вы видели, как это происходит в режиме реального времени, буду записывать. Чтобы было понятно, что копка быстро, это быстро, буквально мгновенно. 2-3 минуты и все. Приготовились. Цифра 5. Груз лежит на левой кнопке мыши, я вообще мышь не трогаю. Не, ну можете зажимать пальцем, конечно, но палец устает, лучше положить грузик. А чтобы мышь не отъезжала назад, подложите под нее книжечку сзади. Ну или если у вас коврик гелевый, правильный такой, то, конечно, она не будет назад отъезжать. О, циферка 7. Нет, это циферка 6. 7 и 8 осталось. Но осталось буквально... Сколько там? 45 секунд. Не больше. Копаем. Ну, вот да, много снежков. Не волнуйтесь, все у вас будет в порядке, когда вы будете играть у себя в мире. Это
Опять же, только из-за записи. Длинновато начал срабатывать. Но больше 10 лопат не берите, говорю сразу же. 10 лопат это оптимально. 10 лопат от каменных это оптимальный вариант, который подбирается. И для того, чтобы копать буквально 3 минуты. И затем, чтобы успеть снег собрать. Но я забегаю вперед. Сейчас будем собирать снег. Осталось буквально 20 секунд до этого момента. Цифра 8 пошла. Внимание, еще раз напоминаю. Снимайте груз, если вы хотите поставить игру на паузу. Еще чуть-чуть, еще немного. Все, 10 лопат израсходовано. Вау, сколько снежков. Открываем инвентарь. Проверяем, что здесь стоит. Зеленая галочка доступна к созданию. Так удобнее. Теперь, удерживая клавишу Shift, нажимаем левой кнопкой мыши сюда. И сюда. Сюда. Слева. Слева, справа. Слева, справа. Раздаются звуки, как будто мы хлопаем в ладоши. Хлопаем в ладоши, создаем снег. Весело хлопаем. Снежки автоматически просто сыпятся к нам в карманы. Весело, весело хлопаем в ладоши. Вот это и есть, видите, вот книга рецептов. Если бы не было книги рецептов, которой раньше не было, работать со снегом было бы невозможно. Потому что выкладывать снежки вот по 16 штук туда вот в сеточку, это, ну, это было бы невозможно. А благодаря вот книге рецептов, которую ввели в обновление 1.12, снег стал доступен. Хлопаем в ладоши. Хлопаем в ладоши. Еще буквально несколько секунд. Оп. Лоп. Великолепно. Давайте проверим, сколько получилось снега у меня и сколько у вас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 полных стеков. И дополнительно 20 снега. Вот, с 10 лопат вы будете каждый раз получать именно 640 блоков плюс 20. 660 блоков. Это стабильный результат менее чем за 3 минуты. За 3 минуты у вас в кармане 640 блоков. Что делать со снегом? Конечно же, нужно сложить его в сундук. Сундук. Так, складываем сундук. Подходим, берем еще 10 лопат. Не берите больше 10 лопат. Вам нужно будет там снежки в снег скатать. Вот так прокатываем первую лопату. Повторю коротко, чтобы вы не забыли. Потому что вот начинаешь копать, забываешь. Первая лопата готова. Катаем снежки. Катаем снег из снежков. Хлопаем в ладоши. И раскладываем обязательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, мне нужно много снежков. Я сюда залез, чтобы ставить огромную ферму опыта. Мне нужно два больших сундука снега, поэтому я включу секундомер и покопаю. И засеку время, а затем вернусь, соответственно, когда накопаю два больших сундука времени, сообщу, сколько у меня ушло времени. Ну вот, я покопал еще буквально 15 минут. Давайте откроем сундук. Для этого переключусь к виду нормальному. Вот 15 минут копки еще, и это было 12, сейчас даже 10 минут. Вот 10 минут я еще покопал, и уже почти большой сундук. Еще разок, и уже будет большой сундук. То есть менее чем за час, буквально из воздуха, я добуду два больших сундука снега. Это 1000 блоков. И снег он... Давайте финальное обращение. В итоге, менее чем за час, буквально из воздуха,
мне удалось добыть два больших сундука снега, а это тысячи блоков. Снег он белый и легкий. Он добавит в ваши миры легкости и света. Ваши миры будут легкими, светлыми. В них вы с удовольствием будете возвращаться вновь и вновь. Удачной вам постройки и большое спасибо, что посмотрели это видео.